Всем привет, на канале Temp of Play, на связи Игорь. Продолжаем играть Last of Us, одни из нас. В прошлой серии мы бросили, получается, свою боевую подругу, Тесс. Ну, ее покусали. Там нам не пройти. Пошли наверх. Может, там есть выход. О, за мной кто-то бежит там. Бежим, бежим. Надо идти дальше. А, так это она там отстреливается. Цель нейтрализована. Она подстрелила двоих моих ребят. Господи. Вас понял? Ты ломаешь дверь, ты идешь. Убили ее. Черт, интересно. Они вот-вот ворвутся. А, сюда. Бежим. О, винтовочка. Отлично. Ну, хотелось бы, конечно, дробовик. Надеюсь, потом в дальнейшем дадут нам его. Что теперь? Стреляю из винтовки. Вижу. Вижу, вижу. Только не высовывайся. У нас потери! Потеря, потерь. Ну ты сволочь. Наглец. А у меня патронов больше нема. Перезаряди. Да и что ж ты косой такой-то, а? На тебе в лобешник, падла. Все. Да, не еще один говнюк. Ну, теперь все, да? Все, идем, Элли. Жизнь только нет, ни хрена восполнить нужно. За мной, идем. Что здесь интересного у вас? Не шуша. Так, переключи к нам. Нам сюда. Что нам делать? Оверхилл какой-то. Как отсюда выбраться? Так, для начала через этот холл. Сейчас найдем. Я не знаю, сколько их тут. Ух ты! Обалдеть, сколько их там. А у меня что-нибудь есть такое интересное? У меня есть зажигательная смесь. А, на какой она? На семерочку. Поджог одного. Второго поджог. Это мы изготовим. Это мы изготовим. Они меня видят.
Держи его! Черт! Говнюк. Где? Кто? Здесь никого нет! Ты уверен? Теперь точно никого нет здесь. Я чуть не загнулась. В смысле? Ты за мной была, ты никак не могла загнуться. Не привирай. Здесь что? О, 4 патрончика. Джоэл, вот выход. Вижу. Не слепой, вижу. Сейчас только обыщу, что тут есть. Что это такое? Чего они белые? У меня жизни полны. Батончик нам не нужен. Патронов у вас нету, жалко. Ладно, идем. Подземка какая-то, походу. Ну да, метро. Парк-стрит. Ничего себе, на тачках приехали, стреляют с пулемета, охренеть. Черт побери. Так, фонарик. А могу что-нибудь изготовить? Не могу. Но я бы хотел. Пригнись. Что там? Солдат ходит. Оставайтесь на месте. Ждите подкрепления. Вас понял. Держу позицию. Как ты можешь дышать этой дрянью? Я тебе не врала. Заметил? Нет, здесь никого. Я не видел. Вижу! И все. Готовченки. Что-нибудь есть у вас? Ни шиша. Научишься. Пошли. Что-нибудь придумаем. Ну, нам вниз явно. Ну да. Хоть умеет плавать. Элли. Пролез. Пролезла, молодец. Плавать не умеет, но пролез. Что это там такое? Ну залезь ты уже. Записочка очередная. Парень по имени Фрэн. Что там работает? Погоди, я тут вроде записку читал. А, фонарик у тебя, ну отлично. Так, а тут... Да, ладно, вернусь сейчас. Не высовывайся. Сейчас гляну, что тут внутри. Внизу, вернее. Угу.
Так, это что? Что-то взял какую-то находку. Так быстрее, походу, ему хреново становится. У него качается кислород. О, баночка лежит. Вижу, вижу баночка. Отлично. Обратно возвращаемся. Я здесь. И что там внизу? Просто тупик. А, лестница, он нам туда нужен. И там тупик. Что это там? А, нужно, то есть, понял. Нужно подвести понтон, палет. Она по нему переберется. Давай. Залезай. Вон лестница. Чего? Эли. Ладно, ладно. Хорошая плавучесть у него. Осторожней. Спокойно. Лестницу мне опусти, я теперь залезу. Ну чё ты? Да, по лестнице точно нужно так прям ходить. В общем, глюк небольшой тут подошел. Так, и теперь скорее отсюда. Какие-то споры летают тут. О, а тут уже выход на улицу. Это хорошо. Выбрались мы, получается, отсюда. Слушай, насчет Тесс. Не знаю, что... Уговор будет такой. Ни слова про Тесс. Никогда. Мы с тобой вообще не обсуждаем прошлое. Второе. Ты никому не говоришь о своей особенности. Решат, что ты спятила или убьют. И ты будешь делать, что я скажу. И когда скажу. Ясно? Усекла? Да. Повтори. Ты тут главный. Главнюк. То-то. К северу отсюда есть город. Один человек там кое-чем не обязан. Может, найдет нам машину. Окей. Ну все, пошли. Нам туда. Вниз, срежем, так быстрее. Через лес. Ух ты. Цапля. Что? Ничего, просто я раньше никогда такого не видела. Леса, что ли? Да. Не бывало в лесу. Тут классно. Что за цветочек? Таблетки какие-то. Почему ты не вернул меня к Марлин? Она обратилась к нам, потому что сама бы не справилась. Может, ей уже лучше? Ха. Не хочу тебя расстраивать, но шансы выжить у твоих друзей с самого начала были невелики. Она сильнее, чем ты думаешь. Без разницы. Сомневаюсь, что смогу доставить тебя обратно в город живой. Так что пути назад нет, хотя меня это совсем не радует. Напорная башня какая-то тут. Угу. Так, сюда. А тут закрыто. Иначе обойдем сейчас. Как всегда. Кто бы снимался? Перелезем? Нет. Наверху колючка. Придется искать обход. Может, в дом вот залезть зачем-то.
О, тоска. Точно. Так, мы сюда, значит, ставим. Залазим наверх и ставим между домами. Точно. Точно, точно. Да, вниз не спрыгнуть. Да, можно взять доску. Прикольно. Ух ты, труба новая. Обалдеть. Пожалуй, возьму. Посолиднее будет. С ножницами, какими-то ножами. Отлично. Так, ну нам вниз явно. В дом мы не заберемся, все заколочено. Там тоже что-то. Домик какой-то есть. Сюда можно зайти, что-то у вас лежит. Нет, мне кажется, я не собью. Что-нибудь сделать. Вот это вот. Заточку. Пусть будет. Ой! Ты что творишь-то, ё-моё? Бутылку потратил, придурок. Управление здесь, конечно, вот этим вот сделано. Я понимаю, что на PlayStation там. Смотри, на геймпад. Блин, могли бы сделать получше. Что у вас в доме есть? Таблеточки. Инструментики. Ты что делаешь? Что, змея? Ты в порядке? Я учусь свистеть. Не умеешь ты свистеть. Точно. Это похоже на свист? Нет, это на херню похоже на какую-то. Не забудь собрать больше таблеток. Пытаться раздобыть патрон для следующей встречи. Стресс всего. 3 недели. Тесс. Кто это писал? Непонятно. Тут у нас есть хотя бы патрон, да? Восемь патронов. Ну, нормально. Живем. Что там внизу? Сюда. А что, не взрывается? Что-нибудь интересненького. Ни шиша. Тоже ничего нет. Ну, значит, туда только. А тут закрыт. А, черт. Закрыто с другой стороны. Подсади меня. Да? Ну, давай. Плохая идея. Ну, а как иначе? Ну, я-то да. Тебя подсадить не могу. Нет, точно же. Ладно. Вставай. Только открой, и все. Ладно. Тише. Да. Попробуем.
Ну вот. Та-дам! Молодца. Молодец. Спасибо. Пожалуйста. Допустим, твой приятель даст нам машину. А потом? Потом мы поедем к Томе. Это который твой брат? Гораздо важнее, что он был с цикадами. Знает, где их искать. А, ясно. Только он далеко, поэтому нам нужна машина. Раздобыли коломишко. Больше ничего нет интересного. Значит, нам туда. Посмотри. Гномы. Да, гномы. Гномы. Дома. Гнома дома. Ну ладно. О, что-то там есть. Запчастюльки. Посмотрим, что наверху. Наверху закрыто, но запчасти есть. И то радует. Водичка нужна, чтобы сделать. Понятно. Все закрыто, все заколочено, никого нет. Уведомление о принудительной эвакуации. Туда, туда, туда. Так, тут явно дело рук Билла. А кто еще живет в городе? По-моему, он один. Что написано? Без этого сейфа я никуда не поеду. Помоги Брэду погрузить его на пикап, если понадобится открыть код 5-17-21. А где сейф? В пикап? Какой пикап? Никакого сейфа не вижу. Тут есть сейф? Записка. Ну, сейфа нет. Таракан, по сути. Одни таракашки. Даже как-то грустно. Нет, я наверх не залезу, я точно. Ах ты! Растяжечка. Это еще что за фигня? Это Билл ловушек наставил. Твой друг параноик, да? Мягко говоря. Нафига он нам сдался? Он помогал нам заниматься контрабандой. Знает, где что достать. Осталось не взорваться на пути к нему. Просто смотри, куда идешь. Нормально разжился. Так, что могу сделать?
Ну, допустим, так. Ну, тут еще одна. Нет, сюда не пойду, пожалуй. Стрелы. Билл стреляет из лука? Наверняка. Так, значит, нам надо, чтобы там скоро арбалет или лук. Иди сюда. Переберемся на ту сторону. На ту сторону. А вот и лук. Смотри-ка. Отдай его мне. Я неплохо стреляю. Давай стрелять буду все-таки я. Я могла бы защищаться, прикрывать тебя. И не мечтай. Все чисто, залезай. Так, чтобы туда перебраться, палку нужно. Готов патроны. Теперь слушай. Предупреждаю заранее, Билл не самый адекватный человек. Поэтому, когда мы его найдем, говорить буду я. Поняла? Поняла. Это очень важно, он не любит чужаков. Ладно. Билл нормальный мужик. Просто ему нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Вот и все. Растяжечка. Видишь растяжку? Смотри, не задень. Пригнись как следует. Угу. Ну, тут еще один. Видишь? Слышал? Да. Кто-то там у меня сходит. Туда собираешься? Может, найду что полезное. Найдешь мой труп, когда я помру от инфаркта. Не волнуйся. Все под контролем. Кто там лазит? Господи, я чуть в штаны не наложила. Ну, раз уж мы здесь, давай осмотримся. Рэйчел. И записочка. Это было, в общем, когда пандемия все началась, я так понял. До скорой встречи, Эзра. Кто такая Эзра? Еще, может, узнаю. Может, думаешь, они нашлись? А я откуда знаю? Я надеюсь, что да. В
Все, валим отсюда. Ясно. Так, ну-ка, если кирпичиком кинуть. Отойди в сторонку. Угу. Нормально. Ни хрена себе. Офигенные штуки. Ну, как вариант. Еще одна. Увижу, пристрелю. Идем. Держись рядом. Дали за мной. Попался. Я сейчас. Чтоб тебя бил. Что случилось? Еще одна гребаная ловушка. Вон холодильник. Это противовес. Сейчас. Что он будет делать? Кивотормашка висит, прикольно. Тебе надо перерезать веревку. Ладно. На холодильник залезл. И он сейчас шлепнется. Красиво. О-о-о. Джоэл? Давай быстрее режь. Вот и они. Занимайся веревкой! Эли! Да убей ты его! Отстань от меня, гнида! Потом бесконечный, походу, да? Чёрт! Ты цела? Да! Продолжай! Продолжай! Только я чё-то не упал. Почему? Зараза! Давай! Не поддаётся! Быстрее! Прикольно. Кирпичиком по ним стреляют. Или они близко. И сколько у вас там? Давай, режь быстрее. Сколько можно уже? Драпать. Куда? Я тут. Чё? Не тормози, здесь опасно. Они попёрли через дверь. Валим их. Другого пути нет. Эли, постой. Не лезь. А у меня патрон кончился. Что ты пригнулся? Управление, конечно, вот местами
подводит в игре. Черт! Твою мать, они приближаются! Давай! Они прорвались! Куда? Открыто! Скорей! Заходим. Жесть, их сколько там. Блин, пронесло. Вы наш герой-спаситель. Я Элли. Эй, вы что? Джоэл! Билл! Ты спятил? Билл! Пусти! Быстро, на колени! Билл, успокойся. Я сказал, встать на колени! Я не шучу. Я... Да остыньте. Фокусы есть? Нет. Что-нибудь растет? Все нормально, отвали! Сиди и не дергайся. Стой! Ах ты, паскуда! Доволен? Я доволен. Вы заявились ко мне, разрядили все ловушки, чуть не сломали правую руку. Нахрена ты притащил эту соплячку? Не твое собачье дело, а ты кое-чем обязан Джоэлу. Может, снимешь с меня эту хрень? Я обязан Джоэлу. Это что, шутка? Перейдем к делу. Нужна тачка. Да, точно, шутка. Тачка им нужна. Да, даже если б и была у меня тачка, с чего бы мне ее отдавать? А? Валяй, Джоэл, найди и возьми. И последнюю жратву тоже прихвати. Ну тут от тебя точно не убудет. Послушай, засранка. Да пошел ты, старый хрен. Элли, сейчас же закрой рот. Ясно? Пусть я тебе и обязан, но не настолько же. Настолько, Билл, настолько. Все равно машины на ходу нет. Но в городе должна быть. Части. Там только запчасти. Значит, из них можно собрать тачку. Ладно. Я возьмусь за это. Но мне нужны детали. Так. Они в городе, вот здесь. Вы находите их, а я постараюсь собрать вам тачку. Только после мы в расчете. По рукам. Все равно мы со дня на день сдохнем. Так, за мной. В городе до хрена ловушек. Так что не отставать. Вот радость-то. Прекрати. Так, берите все, что может пригодиться в пути. Советую запастись по полной. Спасибо. Спасибо. Или посмотри, нет ли чего полезного. Ага, договорились. Подлечиться сначала бы надо. Так, есть. И что-нибудь изготовить. Вот это. Восемьдесят пять. Здоровье, скорость лечения, скорость изготовления, дальность слуха. Что нужно? Максимум заход с помощью заточки. Нет, пока что не нужен. Мне нужно, чтобы он с пистолета меньше раскачивал. Что это такое? Журнальчик какой-то. Заточка. А, так это обучение. Навык. Как заточки сделать более прочные? Чего? А ты играть умеешь? Ну, кое-как да. Я бы тоже хотела. Слышь, гроссмейстер, не вздумай трогать фигуры. Гроссмейстер. Гросс кто? Не обращай внимания. Он сам не знает, кто это. Патрончики. Туда нельзя зайти, нет? Говорит, бери тут, что хочешь. Тут ни шиша у тебя нет вообще. Что у тебя за заманивающий бомжатник какой-то? Ничего нет, интересно. Записка очередная. Одни записки. Называйте брать труп зараженных из-под заборов. Их там скопилось столько, что забор под уже третий раз за месяц. Такс. Все, тут обыскал.
Или не все? Что это там блестит, мне показалось? Ну, что, ты будешь открывать там дверь-то, я не понимаю. Я уж все вроде набрал. Ну, все нашли? Ну, типа... Готовы. Типа того. Все, Жали, пошли. Не оставляй дверь открытой. Ладно. Нужно перебраться в то здание. Давай, по лестнице. Только не отставай. Вот он. Как же я позволил втянуть себя в эту хрень? Нужно было их просто там бросить. Сам... Можно я посмотрю? Там нет ничего нужного. Давай, бери, что хочешь. Спасибо. Да, отстань ты от меня. Вот записки почему-то нельзя. Вот то, что прочитал, нельзя обратно закрыть. Так-с, можно сделать, можно. Ножницы я возьму, пожалуй. Во что ты на этот раз влип? И где Тесс? Подрядился кое-что доставить. Что доставляешь? Эту соплячку. Да пошел ты. Надеюсь, ты знаешь, что делаешь. Нахрена мы с ним связались? Куда мы идем, Билл? Билл, дебил. Там склад оружия. А мы не хотели чинить машину? Мы? И ты чинить собрал? Билл, слушай. Я же сказал, детали в другой части города. Тише, тише. Один внутри. Я давно собирался с этим разобраться. Не парься. Ты так и не ответил, куда подевалась Тесс. Я думал, вы с ней не разлей воды. Она занята. Ну да, занята. А мне так кажется, что вы, голубки, того. Может и так. Ну, теперь сюда. Не сюда. Маша, ты глянь, сколько. Бери с любой запчастей немерено тут. Слушай, а почему бы не починить эти машины? Да, я том же. Ты юный гений? Зараженные! Начинается. Понеслась. Проверь баррикады. Упустишь малейшую хрень, потом будешь расплачиваться. Ты все понимаешь. Нужно взять все припасы со склада, да, и оттащить теперь к восточной изгороди. Теперь он говорит сам собой. Снова. Да. Потом ты... Билл! Джоэл! Сюда. Там сам разговаривает нормально. Так. Дай мне поменять оружие. У меня там патронов много у этого револьвера. Лезем наверх. Ну и местечко ты себе выбрал. Ну, эти твари, конечно, мерзкие, но от них знаешь, чего ждать. Обычные люди куда страшнее. Уж ты это должен понимать. О чем он? Неважно. Думаешь, не откроют? Ну, ключа у них нет. Куда нам? Пришли. Нам в погреб. А что там в погребе-то? Теперь сюда. Ну, пришли, чтоб ничего не трогало. А ты дверь закрой.
Выбирай. Не-а. Но мне пушка нужна. Еще чего? Джоэл, я умею стрелять. Нет. Все. Стой здесь. Ладно. Буду просто ждать, пока меня убьют. Сдается мне, это худшая работа, за какую ты брался. Есть такое. И как же ты сдала себя на это уговорить? Это ее идея. Правда? Значит, баба не так умна, как мне казалось. Ну, хер с ней. Отведи ты эту девку туда, откуда взял. Ее нельзя отвезти назад. Тогда брось, пусть сама добирается. Расскажу тебе историю. Жил-был человек, о котором я заботился. Типа партнер. И я носился с ним. Но в нашей жизни это все ведет к одному. К могиле. Что я сделал? Да просто поумнел. И научился думать о себе. Билл, это все не так. Хрен там. Все так и есть. Эй! Что я тебе сказал на лестнице? Что сказал? Да я тут просто стопку поправила. Не смей трогать! Засрок. Помяни мое слово. Будешь с ней нянчиться, это выйдет Билл, тебе боком. Давай просто закончим это дело. Держи. Давай закончим. Дробаш. Нормально. Помповый дробовик. Я хочу тебе кое-что показать. Что это? Моя новая игрушка. А тут у него ничего нету. Покажи, что тут у тебя есть. Ничего не вижу. Это бомба с гвоздями. Осторожно, с ней шутки плохи. Если рванет, то разнесет в клочья все вокруг. Да знаю, видел уже. Неплохо. Угу. Так, пистолет. Так у меня нет 30 сантиметров уровня один. Где их должен брать? 4 аж инструмента. Ничего такого нет. Хреново это сделали тут. Ваш верстак, если тут ничего нету, а ничего в нем толку от вашего верстака, просто как от быка молока. Что я могу сделать? Ничего, все есть. 90. Нужно поболее. Где твоя бомба-то? Показывай. А, вот она лежит. Банк с гвоздями. Годится. Безделушка. Дробовики и бомбы у нас есть. Только нахрена они? Время от времени через город проезжают военные. Ищут припасы и снаряжение. О, инструмент. Наконец-то. Но не видят даже того, что под носом. Короче... Несколько месяцев назад они тут проезжали, и на них напала толпа зараженных. Набросились на грузовик. Он врезался в стену школы. Аккумулятор еще там. Значит, берем батарею и ставим в машину. Бинго! Я хотел его добыть, но там слишком много зараженных. Ну да к черту. Джоэлу нужна тачка. А если она дохлая? Эта машина как танк. Аккумулятор жив. Может и получится.
Ну-ка, сейчас посмотрим. А, отдача минус 40%. Вот неплохо, кстати. Давай, вот готовим. Вот и все. Больше нету. А, нет, есть один. А, перезарядка. Нет, перезарядка не нужна. А винтовка-то? Могу что-нибудь на винтовку тут? Перезарядка, бронебойность. 33-1. Оптическим прицелом. Вот если издалека, нет. Ну, я лучше пистолет свой какой-нибудь улучшу. Еще одного. Ну, даже не знаю. Может, вот этот или... Да, посмотрим, что можно с ним сделать. Скорострельность. Перезарядка. А у этого магазин, скорострельность. Даже не знаю. В принципе, и так устраивает. Ну, может, магазин. Нет, я лучше револьвер тогда там. Лучше магазин побольше, чтобы у него был. Перезарядка. У него скорострельность, перезарядка. Давай тогда. Чтобы быстрее он перезаряжал. Перезарядил по-быстренько. Пиф-паф, пиф-паф. Ну и можно вот это вот добить уж до конца. Требуется по три. Что это такое? Изготовь-ка. Посмотрим, что это такое. Кобура для пистолета. Изготовить нельзя. Железяк не хватает. Двух штук. Да, не хватает. То есть позади же у меня одни есть, а не хватает запчастей. Другое дело. Да, наверное, другое дело. Посмотрим, как себе все оружие будет вести. Тут два патрона. Если что-то пропало... Да не нужно мне твое барахло. Расслабься. Барахло. Ты за ней следишь вообще? Слежу, слежу. Типа это его дом. Причем он сам сказал, берите, что хотите. Ух ты. Неплохо устроился. Да, церковь. Если хочешь исповедаться, то самое время.
Ну что, вперед и с песней. Это тебе не исповедаю. Я тут сплю. Не буду я ничего трогать. Успокойся. Да, только заберу у него тут пару фиговин. Ну-ка. У меня, по-моему, должно быть 100 теперь их. А, 95, блин, не хватает пятерочку. Ну ладно. Заточка, нет места. Элли, давай. Вон, школа там. Так. Линкольн. Давай. Сейчас узнаем. Высшая школа. Трупы сжигает он тут, походу. Еще горят. Вот, блин. Пошли. Тебе не стоит на это смотреть. И не такое видала. Как хочешь. За этими воротами я еще не бывал. Я понял. Ого, вы это слышали? Ни звука. Так, дробовичок. Или что это? Дробовик-то какой у меня? Нормально так. Патрон, дробовик. Выключи свет. Днем он не нужен. Еще один. Добей его, вот эту вот гниду. Стреляй, стреляй, я пошел. Или там что-то пытается исполнить. Дайте патроны. Бутылочка. Все. Да? Отлично. И мы патроны почти. И патроны почти все. Весело с ним, весело. Стой. У меня ключ от ворот. Ну открой. О, 6. Советую не шуметь. Как с дробовиком-то не шумит? Ты че? Дробовик тут шумит знатно. Тише, тише. Я пошел, добиваю его. Во, молодец. А то что-то я буду патрон все тратить. Пусть они тратят тоже. Да.
Ты не врал, их тут толпы. Пойдем посмотрим, что там есть. Кирпичи. Жалко, патрон не умею изготавливать. Вот это было бы классно. Если бы я умел готовить патроны. Добил зомбоида. А дали бы мне пушку, я помогла бы отбиваться. Помалкивай. Извини, патронов мало. Я бы тебе дал пушку. Патронов маловато. Патрончики неплохо. Что тут интересно? Барбекю, барбекю, бутылка. Батончик. О, жизнь восполнил. Стрелы. Угу. Угу. Да, хотя бы стрелы он не... Умел бы он делать стрелы. Сюда. Растяжка. С той стороны привязана. Может, тут пролезем? Где? Собачья дверца? Джоэл, как раз для тебя. Ну и чё ты, пролазь. А я на машину хочу допрыгнуть. Нельзя. Кстати, почему? Только очень осторожно. Ладно. Зря ты не дал ей пушку. Я тебя понял. Я тебя понял. Внутри дома тоже есть щелкуны. 95. Не могу пока что сделать ничего. Тут у меня один патрон. Это плохо. Черт. Да тут... Пока не заметили. Да тут бар. Тише. Нам еще далеко? Мы уже близко. Действуем быстро. Заходим, хватаем аккумулятор, валим нахрен. Не хочу там застрять. Идея ясна. Проста, как два пальца. А, у меня патрон кончается помаленьку-то. Залезайте. Надо перебраться через фургон. Там дальше чисто. Живее, живее. Так мой обратно, получается, вернулись. Кто ее тут оставил? У тебя есть друзья? Нет. Но я знаю, кто мог бы тут пройти. Школа за этим домом. Идем внутрь. Цветочки. Ноэли. Так.
100. Все, оружие прокачал. Отлично. Все, собрал все, что можно было. Места больше нет. Мячик. Попинать можно, кстати, да, прикольно. Че в доме-то? Опять нифига нету. Вроде никого. Это ненадолго. Проклятые твари. Никого не укусили? Нет, меня нет. Все нормально, пошли. Помоги открыть. Ча, погодь. Второй этаж есть. О. Не зря зашел. Записка. Дневник чей-то. С 4 по 17 октября. Можно тебя отвлечь на секунду? Чё, говори. Да. Мне очень жаль, что так получилось. Я Тесс. Все, и на этом тема закрыта. Элли, за меня не переживай. Надо найти Билла. Ясно. Он внизу там ждет нас. Говорил. Вон грузовик торчит из стены школы. Угу. Пошли. Пошли, зомбаков тут немерено. Они близко, так что не шумите. Шуметь не получится. Не шуметь, вернее. Ну, у меня лук был, в принципе, можно было из лука попользоваться. Это вообще кромсайт на красоту. Я думал, будет сложнее. Я тоже. Наверное, где-то еще засели. Хватит действовать наобум. К
Как туда попасть? На крыше автобуса лестница. Подсадите, я могу ее спустить. Давай, куда тебя подсадить? Сюда. Что ты махаешь? Только не дай тебя убить. Вот спасибо. Ничего интересного нет больше. Хорошо. Теперь нужно добраться до кузова. Ну я тут все подобрал, тут ничего больше нет. Черт, слышишь? Они сейчас идут. Быстрее, малявка. Так, план такой. Заходим, хватаем аккумулятор и уматываем отсюда. Жесть! Они навалились на забор! Двери заперты! Да он сейчас рухнет! Чтобы достать аккумулятор, нам надо внутрь! Давай, Билл! Окно открыто! Быстрее! Давай, быстрее, быстрее, Лёха! Джоэл! Зацепись ты! Давай! Билл, скорее! Дуда стекло за. Тейп может быть их удержит, но. Ну, да скоро там! Нет. Что? Ни хрена нет! Народ! Куда теперь? Билл, куда? Подальше отсюда! Живо, уносим ноги! Зашибись, аккумулятора нет. Крепучка. Да беги ты, какого хрен присел. Срежем через аудиторию. Патрон-то будете давать, нет? Дайте патрончиков. Джоэл, не в ту сторону! Сюда! Ну, будешь готовить, нет? Тут можно пройти, прорваться бы мимо этих. О, новая какая-то хрень. Ладно, так держать. Новая хрень. Похоже, через коридор можно пройти. Пошли. Я чуть не согнулась. Ладно, пошли. Так, подожди. Дробовик, 5 патронов, нормально. Mm.
Помоги открыть. Ты готов? Еще раз. Давай. Черт. Сейчас набегут. Подопрем двери. Сейчас они сюда набегут. Это не к добру. О, какой здоровяк. О, нет. Это что за хрень? Мать твою, топля! Чего? Элли, прячься! Разбирайся! Да беги ты. Ты бегать умеешь-то? Гренаж там огонь. Игра нам подкидывает. Взрываешься случаем. Все. Господи, почему он такой раздутый? Давно болеет. Вот разнесло, как утопленника. Давно болеет. Потому и топляк, ясно. Не хочу прерывать ваш урок биологии, но давайте свалим отсюда. Нахер. Дробовик-то. Лезем наверх. Патрон такой. Подсади меня, Джо. По максимуму. Вон он чё. Да, но он тут сидел, видимо. Куда он там собрался посадить? Лезем наверх. Ага. Давай. Лезем, лезем. Джоэл, сзади! Твою мать! Охренеть! Я понял, видишь? Остался последний! Прикончи его! Ненавижу эту пакость! Так, там патроны еще, сейчас мы поднимем. С ними все, залезай! Быстро! Сейчас, подождите, патроны подниму. Где вот они были? Два патрона. 10 максимум. И вот там еще было. Отлично, по максимуму. Подтяни. Все. Ну да, я туда тут ничего интересного. Еще одна лестница. А, так они из кустов вылазят. Беги, беги, я за тобой. Скорей. Залазишь. Внутрь, живо! Да уж, лучше некуда. Да не говорит, вообще сейчас чувствую в этом домике так, тоже рассадников. Ладно, я пойду осмотрю дом. Билл,
Ничего не выйдет. Все барахло украли. Да? И какой у нас план Б? Радуйся, что ты вообще еще дышишь. Это и есть план А, Б, В и даже Г. И вот что. Пусть Тесс берет про свою девку вообще молчи. И вместе с ней заткнись, идет... понял? Боже. Это что, твой знакомый? Фрэнк. Что за Фрэнк? Мой партнер. Только этот дурак мог носить такую рубашку. У него укусы. Вот. И... Он явно не хотел превратиться, но и... Ага, не хотел. Да к черту. Полюбуйся. Даже бензин есть. Тачку нашли. Мой аккумулятор. Вот ублюдок. Вылезай. Вылезай. Ладно, садись. Аккумулятор сел. Но элементы живы. То есть? То есть подтолкнем, заведем, и тогда аккумулятор зарядится. Ты уверен? Ну ты же хотел план Б. Вот он, пожалуйста. Что делаем? Ты рулишь, мы толкаем. Слушай, это тоже мое барахло? Да, тут везде твое барахло. Чего непонятного? Короче, нам нужно будет толкать тачку, но толкать мы ее будем уже... Решил меня обокрасть и смыться? Так что ли, Фрэнк? В следующей серии. А на этом закончим. Можешь обыскать дом. Найдешь дофига полезного. Это мысль. Дай знать, когда будешь готов. Я крикну. В общем, поищем уже в следующей серии, что тут в доме есть, интересно. Закончим. В этом моменте остановимся. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Всем удачи и пока.